Всем доброго времени суток. В данном ролике речь пойдет о фильме «Малосгирт», выход которого сильно затянулся из-за COVID-19. И, конечно же, есть радостные вести, о которых вы узнаете чуть позже, пока я расскажу вам про сам фильм. «Малосгирт» — это турецкий фильм, рассказывающий об историческом сражении, которое имело большое значение для турецкого народа. Произошло оно в 11 веке, 26 августа. До этого Армения была под властью Византии. После завоевания сельджуками Армении, армия турков-сельджуков стала представлять немалую угрозу для византийцев. Вызов византийцам был сделан султаном Аль-Парсланом, который в то время являлся предводителем сельджуков. Роман IV Диоген – это византийский император, который занял трон совсем недавно. Поставил цель перед своими воинами, чтобы те любой ценой предотвратили угрозу, а после отвоевали Армению. Войско Романа IV Диогена состояло не только из 100 тысяч обученных солдат империи. В него входило 500 солдат из Франкии и Нормандии, а также болгар, печенеги, агузы и наемники из Грузии. Перед боем византийское войско насчитывало 200 тысяч солдат, а сельджуков было в 4 раза меньше. Победа при Малосгирте позволит сельджукам открыть ворота в Анатолию. Также хочу отметить то, что в фильме будут участвовать два знакомых нам актера. Это Чингиз Джошкун и Мехмед Чилик. Они сыграли в сериале «Воскресший Эртугрул», «Безумного Демира» и «Тургута». А переходя к обещанным радостным вестям, хочу объявить, что выход фильма назначен на 11 февраля 2022 года. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вы подписались на наш канал и поставили под этим роликом лайк. Всем огромное спасибо за просмотр. Желаю всем удачи и здоровья.